Ребята, это я, Терренс. И сегодня я костюм одел. Вам классно? В общем, мы опять продолжаем историю про Angry Birds Epic. И сегодня это третья история. Там, где птички все нашли себя. Давай рассказывать нашу третью историю. Долго нам еще плыть? Не знаю, ключ так быстро плывет. Да, так быстро. Может, уже слезьте с меня, но я вообще-то вожу корабль. А, мы не знали. Смешно. Эй, это Джейк. Я его называю голубой. Джейк или голубой? Помогите! Ха, стрелять еще раз. Эй, надо спасти. Это что? Ты кто? Я вообще-то помощник короля свинка. Короля свинки. Помощник кого? Короля свинки? Да, короля свинки. Да. А где эту шляпу ты купил? Шляпу нашел? Я нашел. А где волосы? Волосы я купил. Что происходит, интересно? Я все-таки опять не понял. Нет! Надо спасти! Ау! Стоп! Матильда, съешь перец! Чаку больно! Перец? Откуда? Вот! Я живой. Что? Тогда тебе. Ау. Ничего не подходит. А, может, Матильда? Ничего не поможет, так что сдавайся. Или... Ладно, сдаюсь. Вот у вас ключ. И вот у вас помощник на корабле. Я вообще-то не на корабле, а на тарелке. Какая разница? Привет, ребята. Можно мне на борт? Конечно, можно. Ну, а теперь куда плывем? К яйцу. К яйцу, ладно. Забыл яйцо. Нужно как-то сюда забраться. А, я знаю как. Облако, вот оно. Чака, облако поможет. Я белый. Ой.
никогда меня не победить. Стоп. У меня есть идея. Топинец. Ладно, вот он. Я выполню твой приказ, Жена. Потому что третье яйцо. У меня. Пока, ребята, subscribe, comment, бла-бла-бла. Можно уже танец? Ой, да не танец. Простите. В общем, пока. Subscribe, comment, бла-бла-бла-бла-бла. И нажмите этот лайк-баттон. Like